Вот тут у нас была буря, все раскуросило, сбили вот это вот гребень, который был доски. И вон там он, Володя, завис. Вот лестницу сделали сегодня. Вот она какая лестница. По ней шиферинки. Шифер такой, а такой волны нету. Нету, все на железе. Вот так. Всякий инструмент. Володя отвязала ту лестницу, на которой лажу. Внизу-то это гнилая. А второй слой, который, это хороший. И с той стороны он... прибивал, ушел в эту сторону. Видишь, как колотит. Я сейчас с той стороны зайду, чтобы его увидеть. Вон он где. Видишь, как. Это наша здесь, на той стороне, там сестры Надежда и Любовь Николаевна. С Надеждой Васильевной там. А Володя там вот натянули ему веревку. Вот она, веревка. Ее видно. Сверху оттуда за лестницу привязали, чтобы он на нее мог опираться. Вот она. Вот она привязана. И вот она как идет. И туда. Сам Володя добирается до шиферинки. Вот. Что тут было под коньком забито? Ну, понятно. Прибивай еще есть. Да, я вижу, вижу. Это воробьи там набрали. Доску, доску. Кошка? Доску, доску. О, Володя мастер. Доски нужны? Ну, я сейчас с той стороны пойду. Вот здесь я вижу, как лестница наша засыпилась. Она хорошо засыпилась. Вот она где. Оттуда сейчас я опять лестницу покажу. Это трубы две. Это яблоньки. Это у нас виноград закрытый. Виноград. Сегодня 24, по-моему, и ноября. 2023 года, пятница. Везде стройка идет, все там. А у нас еще тут. Вот отсюда покажу. Вот идет телефон. Наружка наблюдения. А Володя идет. А тут вверху у меня голубятня. Голубятня. Он рядом строит. Кран. Если повернуться сюда, вон там только видать концовка крана, тоже кран. Везде все работа идет. Ну еще, все. Вот эту доску мне сейчас надо подавать туда, я к нему пойду. Подам доску. Так, пока оторву. Вот он, Володя, спускай. По этой, по новой лестнице. Ну, как вот, сороковка. А у нее набили сверху вот на каком расстоянии. Ну, примерно 23 сантиметра. Вот эти вот ступеньки. А чтобы она не опрокидывалась, а внизу вот забита. Вот она, ступеньки. Их немного таких, всего три. Но они не дают. Ну, и дальше уже там оно как устройство сделано, чтобы... захватила, уперла. Вот оно как. Это Надежда Васильевна с Любовью Николаевной печка. Сверху закрыта решеткой. Почему? Потому что голуби туда падают. Ну, сейчас я не выпускаю, тут не падают. Вот, Володя, как. Ой-ой-ой, так боюсь за него. Вот эта лестница у него, вот с той стороны я показывал, прибита. Сейчас пойду с той стороны попробую.
Я перешел на другую сторону ограды. Здесь вот как Володя фотографирует. Это сейчас сам доски брать будет. Я шиферину там подал. Я здесь. Вот так. А это тут сирень растет. Вот отсюда, видать, у нас шикарная елка. Ель. Вот она, ель. Насколько выше дома. Что там? Так. Это соседи. Вот это вот поликлиника и Сили какая-то. Это греческая богиня была. Вот здесь. Вот как. Понятно, ветер почему туда и попал. Потому что она тут, видишь, каким сделана-то, не сходится. Вот тут-то под ним-то дыра, и в эту дыру дунула. Вот это вот баловство. За чего так сделали, неизвестно. А теперь разбитый шифер, вдребезги все разбило. Вот старается. Вот эта веревка, я сейчас был натянули. Она держит лестницу на той стороне, маленькую лестницу. Вот отсюда я смотрю. Вот она, ограда. Тут двухэтажный дом был. Да вполне прилично, так все расколопали, тут да большие дома строят. А тут жуланчики. Я их кормлю. Показывал, что у меня град. Большая синица называется. Вот семечками кормлю. Он не ест пшеницу. А воробьям отходы голубиные. А которые на полу было, там у меня сороки берут. Мяса-то нету. Три шиферины. И с той стороны три. И вот здесь вот самая срезанная. И она бы это дело дует. Володя, как он там? Видишь, лестница тут как уперлась, знаете, рога сделали. Зачем он ее трогает? А видимо эту конек прибить, да. Пойти помочь, а? Помочь внести лестницу. Ну я сейчас приду туда. Вот Володя на крыше, я тут залез тоже. Боязно так, ни на чем сейчас висеть. Так, ни лестницы, ничего нету.
Чуть-чуть их рука смогнулась, уже все. Володя, крепче там за счет держись за. Держусь, держусь. Это конек из досок набивается. А та труба тут разъехалась, ничего не сделал. Да ладно, такой высоты хватит. Эти, которые там обломки кирпича, скатни их туда вниз. Угу. И все. А то здесь они крышу разобьют. Вот так. А это у меня вот эти крестовины, это голубятники держат так. Голуби, чтобы садились. Вот это сосед наш с той стороны. А с этой стороны это уже теперь не соседи. Дальше эти тоже не на. А вот это соседи. Красивые окна тут. Очень большие у них эти теплицы. У нас называют парники. Ну то тоже вот наш. Это один, два и три. Три соседа. А тут здание строят, которые плиты вставляют, паяют и не приди, Господь тряхнет. Куча мусора только будет. Это было Спитак, другие города. Ашхабад. Земля тряслась, волною колебания была прокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания, об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были несомненно и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах, то экскурсанты записи вели. Мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были. Посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь, и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографы Господни по церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем, а там сошли с фундамента столпы. И гнется трость при утонченной ложью, и вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли повторить. Я приложу все силы и старания, чтобы Божий дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, чтоб в списках общин числились они. Подозреваю, что это Храпов написал в вузах, в тюрьме. Хорошие люди, но не православные. Хорошие. Вот так. Вон там видно елка наша. Макушка самая, намного выше дома. Трехэтажный дом или четырехэтажный выросла. Это все мне вот эти два дома дали, когда я реабилитирован был, как жертва политических репрессий. Вот суд все-таки 11 лет мурыжил и в конце концов выиграл. Должны были по тем меркам, должны одни 11 миллиардов рублей. Ну, одну 200-ю участка вырешили. И до этого не могли рассчитаться. Был мэр города Баварин Владимир Николаевич. Удивительный человек, верующий. И вот он там собрался, преподаватель ТЭН был, юридический факультет, прокурор края, Бороскун Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Собрались как-то и говорят, ну что, лапки, ну руки, ноги не вставишь, что со мной делали, говорит. Ну, давайте разрешим этот вопрос до конца. Суд вырешил, а денег нет, ответственность городская администрация, а КГБ в стороне, ну, умные организации, еще они будут отвечать. Ну и так и получилось. Вот рядом здесь, вот это место показали. Да, это были, которые там судьи, кто, Зверевы, вот такие Тупицын, Карманов, свидетели. Ну, прямо, а тут сразу Боголюбов, Добронравов, фамилии-то почти какие. Ну и вот, милостью Божию, 30 лет я уже здесь вот нахожусь. 30 лет, 32 даже года.
и где ему памятная доска установлена Баварина, он погиб в автокатастрофе. Лучший президент страны, было сказать, мэр. Он в десятку лучших входил, а в десятке лучших... Вот тоже к концу идет. Володя ползает, ползает. Четвертое ноября 2023 года, пятница. Что-то я не знаю даже как. Ну ладно, все знаю. Это конек прибивает на гнилые доски, вторая гнилая. Приблизить никак нельзя. Остановится. Все.